Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Лучшая цена в джинс-банке. В октябре джинсы по 890 рублей. Торопись, можешь не успеть. Торговый центр «Микс», Аленка, Андрей. Один человек получил серьезные травмы в ДТП в Советском районе. Там тракторист свалился в кювет. Подробности в рубрике «Обзор аварии». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла в четверг вечером на 8-м километре трассы Киров-Советск-Яранск. Водитель трактора не убедился в безопасности во время движения задним ходом. 61-летний тракторист управляет трактором К-700. По предварительным данным, при движении задним ходом не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате мужчина получил тяжелые травмы и с сильным обморожением был госпитализирован. После ДТП у пострадавшего взяли кровь для экспертизы на состояние опьянения. Помимо этого, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, какие работы проводил тракторист и кому именно принадлежит техника. Утром в Орловском районе водитель МАЗа не рассчитал дистанцию и врезался в попутный грузовик КАМАЗ, который перевозил трактор. По данным полиции, никто из людей не пострадал. В Слободском районе водитель Audi выезжал со второстепенной дороги на перекресток и не пропустил Mercedes. От удара обе иномарки получили повреждения, водители не травмировались. На улице Лепси у остановки Цеховая произошло столкновение двух автобусов. Водитель 74-го маршрута не рассчитал расстояние и въехал в попутный ЛиАЗ. В итоге оба пассажирских транспорта получили незначительные повреждения. В четверг днем на Ломоносовском бульваре водитель КАМАЗа потерял груз – промышленный станок. Прецедент произошел в момент левого поворота тяжелой техники. После падения станок частично разбился и сделал вмятину на бордюре и ограждении. Вскоре с помощью автокрана груз вновь поместили в кузов и прикрепили цепями. В отношении водителя инспекторы составили административный материал. Сергей Пичугин, место происшествия.